То я набрела на дерево с рамбутанами. Вот они, рамбутаны, зреют. Видите, там уже краснеют на верхушке. И желтенькие, красненькие. Но внизу в основном зеленые. Вот они такие маленькие, зеленые, пушистые. Плохие плоды с дерева падают. Хорошие зреют на дереве. Вот такие пушистые. У них, между прочим, съедобная косточка. Они потом, когда будут зрелые, покраснеют. Косточка у них съедобная. Вот, и напоминает чем-то орех. Ничего вредного не будет, если вы ее съедите. Ну, в основном едят, конечно, мякоть. Косточка это на любителя. Вот такие зеленые и пушистые рамбутанчики. Кто-то уже съел. Вот. Что здесь еще? Не, рамбутанов много. Прям вот падают. Очень много рамбутанов. Рамбутановый сад. Вон там висят еще шипастенькие дурианы. Дурианы шипастые. Эти мохнатые. Вот такие интересные фрукты. Так растут. Вот еще идемте покажу вам дерево с дуриана. Вот уже крупный дуриан. Созревший почти. Скоро буду снимать. Здесь написано. Короче, не рвите. Не рвите плоды. Не вами выращенные. Смысл такой. Вот он. Очень даже неплохой дуриан. Вот дурианы растут вот так. Вот они свешиваются прямо с ветки вниз. Вот. Вот там поменьше. Здесь совсем маленькие. Вот там вот. Вот такая вот листва. Так выглядят деревья. Что-то еще интересное? Пока плодов. Вот еще вон там дурианы. Вот, видите, вон дурианы с колючками. Они разной величины, но это прям такой образцово-показательный плод дуриана. Вот такой шипастенький. У него очень острые шипы-колючки. Идемте дальше. Вот это, между прочим, вот они. Вот они, мангостины. Кем-то он съеден. Явно... О, стоп. Я стою около мангостина, но с него все уже съели. Мангостин, дерево выглядит вот так. Ну, а вот и, собственно говоря, сами мангостинчики. Вот зеленые незрелые мангостины. Один из самых дорогих фруктов здесь. Скоро поспеет. Вот. Вот. Они поспевают в разное время. Нет такого, что вот прямо сейчас сезон и только... Только-только-только. Вот еще очень интересное дерево. Вот. Это одна из родновидностей гуавы. Хотя вот чуть меньше, я бы сказала, что это амбарелла. Но это разновидность родственник гуавы. Сорт гуавы. А есть еще амбарелла. Очень похожие. Их, когда они маленькие, тяжело различить. Амбарелла не вырастает, большая. Вот опять мангостины. Мангостиновый сад. О, ветка с огромным количеством дурианов. Вот они, дурианы. О, сейчас я вам покажу еще джекфруты. Увидите отличие. Да, мангостиновое дерево. Вот, ой, блестящее, как у фикуса. Но плодов на нем не видно. Тоже мангостин, тоже мангостин. Вот тут видны. Вот они, плоды мангостина. Вот они, мангостины. Пока они не зрелые, они еще такие. Понятно, что они должны быть фиолетовые. Так, что у нас тут? Понятно, тут у нас манго. Это мы с вами стоим под манговым деревом, знали бы вы этот запах. Опа, а тут забор. Я не пройду, там уже, очевидно, другой сад и другой хозяин. Вон, видите, в мешках висят джекфруты. Они совершенно по-другому отличаются от дурианов внешне. Ну, увижу, ближе покажу. Вот здесь у нас с этим джекфрутом разделяет сетка рабица. Вот хороший дуриановый сад. Дурианово-мангостиновый.